Весенние полевые работы, по прогнозам специалистов, начнутся в Чувашии в конце марта, начале апреля. Подготовку обсудили на еженедельной планерке в Доме правительства. Вся посевная площадь под урожай составит 540 тысяч гектаров. Это больше, чем в 2018-м. Как и в прошлые годы, больше всего посеют зерновых и зернобобовых. Чуть меньше трети площади займут кормовые культуры, еще 4% – картофель и овощи. Сейчас сельчане готовят семена на посев, материал должен соответствовать стандартам. Что касается качества семян, кондиционных семян на сегодняшний день 80%. В прошлом году было на этот период 66%, но в то же время мы видим в некоторых районах над доведением кондиции надо еще поработать. В Козловском, Красноармейском, Шумерлинском, Алатырском районе задача все 100% посеять кондиционными семенами. На поддержку сельхозпроизводителей в этом году выделено 2 миллиарда 600 миллионов рублей. У организации АПК в рамках программы «Росагролизинг» есть возможность обновить сельхозтехнику на выгодных условиях. Однако заявок пока очень мало, отметил Сергей Артамонов. Также глава ведомства призвал аграриев активнее пользоваться льготным кредитованием. В начале весенних полевых работ материальные ресурсы будут дорожать. Это нужно учитывать. И аграрии не должны занимать выжидательную позицию. Без краткосрочных кредитов, без оборотных средств не все смогут приступить к работам, отметил глава региона Михаил Игнатьев.